Никто не забыт и ничто не забыто. В Кугейской общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья открылся музей боевой и трудовой славы. Здесь можно увидеть архивные фотографии прадедушек и прабабушек учеников школы, их награды, а также предметы военного времени. Отдельную экспозицию составляют работы ребят. Музей обустраивали в течение года. Педагогам и ученикам помогли сотрудники Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Мы продолжим дальше насыщать экспозиции. Сейчас очень много интерактивных материалов, документальных материалов. И обязательно здесь должен быть, на мой взгляд, монитор, который бы в постоянном режиме демонстрировал бы вот эти документы.